So, today we have our fourth session. And we've been speaking about Buddha nature and how on the basis of this we can develop ourselves, develop our minds. Сегодня у нас четвертое занятие, и до этого мы обсудили, каким образом мы можем развивать нашу природу Будды, и для того, чтобы работать над собой, и чтобы наш ум развивался. And although we could develop our minds and our abilities to just improve our ordinary samsaric life, this lifetime, future lifetimes, и хотя мы можем развивать свой ум только для того, чтобы улучшить нашу жизнь в сансаре, эту жизнь или следующую жизнь в сансаре. And we could improve to the point where we gain liberation. Или мы можем совершенствовать свой ум до того момента, когда мы достигнем освобождения. But here we're emphasizing how we can improve all these ourselves in order to achieve the enlightened state of a Buddha. Тем не менее, здесь мы делаем упор на том, как улучшить себя или как стать лучше для того, чтобы достичь состояния Будды. And we spoke about the actual Buddha nature factors, and we saw that there are many of these, they're called the family traits of, or the features of everybody, since everybody belongs to the family of those who can become a Buddha. И мы говорили о факторах природы Будды, а именно об семейных особенностях, то есть о чертах всех существ, которые принадлежат к семейству Будды. Другими словами, всех, кто может достичь состояния Будды, здесь речь идет обо всех существах. And among those factors, we saw that we can include the nature of the mind itself, and mind, we remember we've been talking about mental activity. И когда мы говорим об этих факторах, мы сюда можем включить как природу самого ума, и когда мы говорим об уме, мы имеем в виду умственную деятельность. And so we speak in terms of the conventional nature of mental activity that is giving rise to various mental holograms of objects, and that is what it means to cognize them. It's a cognitive engagement without some separate me doing it or watching it. Обусловленная природа ума — это, как мы говорили, появление видимостей и умственных голограмм, и познание этих видимостей, опознавательная вовлеченность, и причем этот процесс происходит без «я», которое было бы отдельно от него. And we, also looked at the deepest nature of this mental activity, which is its voidness, its lack of existing in any sort of impossible way. И мы говорили о глубочайшей природе ума, а именно о его пустотности, о том, что он не существует никакими невозможными способами. So this mental activity doesn't just exist isolated by itself. Умственная деятельность не существует изолированно от всего остального сама по себе. Frozen in some sort of situation of being inadequate. Как будто мы заморожены в какой-то ситуации и непременно будем неадекватны. But as it goes on from moment to moment to moment, then it can be involved with many, many different things, give rise to many different types of mental holograms, and be cognitively engaged with them in many, many different ways. Вместо этого наша умственная деятельность меняется от момента к моменту, и она состоит из множества-множества вещей. У нас появляются умственные голограммы разнообразных объектов. Эти объекты в каждый момент времени могут быть разными. And this mental activity has with it many features. У этой умственной деятельности есть множество черт, особенностей и свойств. It has all sorts of, it has primary consciousness, we saw, and many mental factors that go together with it. Как мы видели, оно состоит из первичного сознания и умственных факторов, которые сопровождают его. And among these mental factors, there are some which are just part of the
mechanism, in a sense, of how we engage with objects. И среди этих умственных факторов некоторые являются частью того механизма, с помощью которого мы взаимодействуем с объектами. Right. Urges, so we could have urges towards something constructive, and intention, we could have intention to be of some benefit. Например, побуждение, мы можем, у нас может возникать побуждение сделать что-либо созидательное, или намерение, у нас может быть намерение помочь другим. And attention, we could pay very strict attention, we could be mindful, hold on to these constructive things, have mental stability that stays with them. У нас может быть внимание, мы можем обращать внимание больше или меньше на объект. У нас может быть пометование, с помощью которого мы удерживаем объект и не даем ему исчезнуть, и сосредоточенность, благодаря которой мы пребываем на объекте. We have, we can distinguish between what something is and what it isn't, and with discriminating awareness we can gain more certainty about that. С помощью такого фактора, как развлечение, мы можем отличать одно явление от другого, а распознающее осознавание прибавляет уверенность. У нас появляется уверенность, правильно мы различили или нет. Which leads us to understanding things. И этот механизм ведет нас к пониманию явлений. These are part of the mechanism that we all have with our mental activity. Все это части того механизма, который у нас есть, то есть умственной деятельности. So we can use this. И мы можем им пользоваться. We need to use these tools. Remember, this discriminating awareness in other systems is referred to as our intelligence. И нам важно пользоваться этими факторами, например, в других системах, распознающие осознавание также называют интеллектом. In fact, that's one of the, you know, the most important factor of having a precious human rebirth, or a human rebirth in general, is that we have intelligence, more intelligence than animals. We can use it. It's important to use it. Отличительная особенность нас, людей, которые родились с драгоценным человеческим телом или с просто в обычной человеческой жизни, в обоих случаях нам очень важен интеллект, поскольку именно он отличает нас от животных, поэтому важно им пользоваться. And we saw that there are all sorts of constructive mental factors that we all have, a sort of an innate feature of this mental activity. И есть разнообразные созидательные умственные факторы, которые являются характеристикой, чертой этой умственной деятельности. So these are part of the good qualities, we would say, of our mental activity. It's also an aspect of these family traits, these good factors of the nature. Это положительные качества, достоинства нашей умственной деятельности, которые мы также относим к нашей, к факторам природы Будды, то есть к этим семейным особенностям. So, perseverance and equilibrium and patience, etc. There's a huge list besides just the standard 11 that we find in Asanga's presentation. В объяснении Асанги их 11, но мы можем добавить туда и значительно больше факторов, таких как терпение, усердие или умиротворенность, умственное равновесие. Love, compassion, etc. Любовь, сострадание и так далее. So, on the basis of working with these the more mechanical features and the constructive features of our mental activity. И на основе работы с этими чертами, качествами нашей умственной деятельности или вот этих более механических или созидательных, конструктивных. Then we can engage in constructive activity. Мы можем совершать созидательные действия. Because together with this mental activity, we have energy. That energy goes out. We have associated with that energy grosser levels like our body and the actual physical things that we do.
у нас вместе с умственной деятельностью есть также и энергия, которая исходит вовне, и мы можем ассоциировать ее или с нашим физическим телом и физическими действиями, это на грубом уровне. So we can find a qualified spiritual teacher. Мы можем встретить подготовленного, квалифицированного духовного учителя. We still live in an age where there are such beings. Might not be very easy to find, but we need to exert great effort to find one that suits us, who we have some connection with. Мы живем в эпоху, когда такие существа есть, но важно найти подлинного учителя и учителя, который нам подходит, с которым у нас есть какая-то связь. Someone who inspires us and who has the proper motivation and the proper skill to be able to lead us. Этот учитель должен вдохновлять нас, и он должен обладать достаточной квалификацией, чтобы он мог вести нас по пути. And, this is very important because these features that we have can be uplifted in the sense that what can give us more and more strength to be able to work the spiritual path. This is inspiration from Buddhas and that inspiration from the Buddhas and their teachings comes to us through the teachers. И это очень важно, поскольку эти внутренние наши факторы, они могут быть стимулированы к росту благодаря как раз просветляющему влиянию Будд, Бодхисаттв, которые мы получаем благодаря нашим духовным учителям. So, relying on the spiritual teacher, we can listen to the teachings, receive them, learn them. Мы полагаемся на духовного учителя, мы слушаем учения, получаем их, мы их изучаем. And then think about them in order to understand them and to become convinced that they are valid and there are things that we can actually apply to ourselves. После этого мы размышляем над учениями, мы убеждаемся в том, что эти учения верны и мы действительно можем применять их в своей жизни. And we can then engage in meditating on them. И после этого мы уже можем заниматься практикой медитации на эти учения. And meditation means to build up these various preventive measures, that's what the word dharma means, these aspects that will help us to avoid suffering. И мы с помощью медитации создаем себе привычку к определенным состояниям ума, которые в своей жизни можем использовать как предохраняющие меры или превентивные меры. Слово «дхарма» дословно означает именно такие вот предохраняющие средства, благодаря которым мы избегаем разрушительного поведения. So we enhance these innate good qualities that we have, these Buddha nature factors, by engaging ourselves in these Dharma practices over and over and over again, so that insight, understanding, the transformation actually takes place, becomes integrated, part of us. И мы снова и снова развиваем эти качества, постоянно занимаясь их практикой, так что в конечном счете они становятся частью нас, мы их интегрируем в свою жизнь. So, это понимание, прозрение. So that, for example, our patience grows and the limitations or obstacles that are preventing us from being patient get less and less and are eventually eliminated. So it's a twofold process. Например, наше терпение постоянно растет, а те факторы, которые, наоборот, препятствуют терпению, они уменьшаются. То есть это двухступенчатый процесс. Same thing with love, compassion, all these good qualities. И то же самое происходит с любовью, состраданием и всеми другими нашими достоинствами. And it's possible to eliminate forever these limitations
because of the basic purity of the mind. It's not in its nature stained by these limitations. И эти ограничения можно преодолеть, поскольку они не свойственны нашей изначально чистой природе ума, и поэтому их можно очистить. And these good qualities can be developed to the fullest point. That's the whole idea of Buddha nature factors. И каждое из этих качеств можно развить до абсолютного максимума. И именно в этом и есть вся эта, в этом и заключается идея этих умственных факторов природы Будды. And on the basis of working with these positive qualities, these good qualities, love, compassion, etc., we can act in constructive ways. Мы работаем с этими положительными факторами, такими как любовь, сострадание и другие. И на основе этого мы можем действовать созидательно. Which means act in a way that is motivated by these positive constructive qualities rather than motivated by disturbing emotions. И под этим созидательным или конструктивным поведением мы имеем в виду те действия, когда нами движут именно эти положительные качества, а не беспокоящие эмоции. And if we are aiming by means of the Well, let me say something first. When we act in these constructive ways, it builds up some positive force. Когда мы действуем созидательно, это создает определенную положительную силу. Which lasts after we. It starts with the action and continues afterwards as part of our mental continuum. Эта сила зарождается тогда, когда мы начинаем действие. И длится и после его окончания, становясь частью нашего потока ума. And if we engage in these constructive types of activity with a intention, a motivation that may this positive force that comes from it contribute to my enlightenment and the enlightenment of everybody, actually. И если мы поступаем конструктивно или созидательно, и при этом направляем положительную силу, которая накапливается в результате этого, на просветление наше, а в конечном счете и просветление всеобщее. And at the conclusion of the whatever action, the constructive action we're doing, we dedicate that positive force yet again toward our enlightenment, everyone's enlightenment. То мы сначала направляем эту силу, а потом в конце мы посвящаем ее тому, чтобы она опять же внесла вклад в достижение нами и другими просветления. Then we build up a network of positive force, which is going to build up toward enlightenment. Тогда мы создаем систему положительной силы, которая в конечном счете и приносит нам просветление. And it builds up not just to our own enlightenment, but through our ability to help others achieve enlightenment, builds up to everybody's enlightenment, contributes to it. И поскольку она создает наше просветление, а мы, достигнув его, будем помогать другим достичь просветления, то таким образом можно сказать, что это положительная сила, эта система, она вносит вклад и в просветление других существ. And through listening, thinking about and meditating on the teachings concerning the Four Noble Truths and all the various deep points of the Dharma. И мы посредством получения учений, размышления над ними, медитации в соответствии с этими учениями, мы развиваем понимание четырех благородных истин и других глубоких аспектов дхармы. And using our discriminating awareness to become more and more, clear and convinced of the teachings and understand them more deeply and deeply. И с помощью распознающего осознавания наше понимание становится все более ясным, и мы понимаем все явления все более и более глубоко. It is going to enhance
are deep awareness. И это усиливает наше глубокое осознавание. Which is also a certain aspect of Buddha nature factors. Которая также является одним из факторов природы Будды. And as a result of enhancing this deep awareness, we build up, again, a network. По мере того, как мы развиваем глубокое осознавание, мы также создаем из него систему. Of, in a sense, tendencies of this deep awareness. It's not that we're always conscious of it, but it builds up a, it's almost like a force of this deep awareness, also on the mental continuum. So it's cumulative, and it interacts and grows like a network. И она представляет собой определенные склонности, тенденции, то есть это не какая-то, мы не удерживаем ее в уме постоянно, просто это склонности, это тенденции в потоке нашего ума, которые образуют систему, которые взаимодействуют друг с другом и которые могут расти. And this mental continuum goes on, moment to moment to moment to moment, mental activity, one moment after another. И эта система присутствует в потоке нашего ума, который продолжается от момента к моменту. And the terminology here is that we can impute on it a network of positive force and a network of deep awareness. И если пользоваться терминологией здесь, если пользоваться здесь особенной терминологией, мы можем приписать на основе нашего потока ума эти две системы глубокого осознавания и положительной силы. It's not something that you can actually find, you know, having some sort of form or something like that in each moment. То есть мы не можем найти их как какие-то формы, какие-то явления в потоке нашего ума. But it is something which is, what should I say, can be very difficult to understand, to be labeled onto this, that it has it, in a sense. Но очень трудно объяснить это. В некоторой степени мы просто приписываем это обозначение потоку нашего ума, говоря о том, что в потоке нашего ума есть эти системы. Let me give an analogy so that perhaps we can understand it more easily of what it means to have something imputed on a mental continuum. Чтобы лучше понять, что мы имеем в виду, когда говорим об обозначении на поток нашего ума, давайте я приведу пример. We have the mental continuum of this lifetime, from when I was born until now, and it will continue until my death. Итак, если мы рассмотрим нашу эту жизнь, то поток нашего ума длится с момента нашего рождения и до настоящего времени, потом он также будет длиться до смерти. And in each moment of that mental continuum throughout my life, I can impute on it age, my age. И в на этот поток ума в разные моменты жизни мы можем приписать наш возраст. And in each moment that age is changing, I'm getting older. В каждый момент времени возраст меняется, мы становимся все старше и старше. But what is age? Но что такое возраст? Can you find age somewhere in that moment-to-moment mental continuum? Does it have a shape? I mean, what is it? У нас есть поток ума, и если мы его исследуем, найдем ли мы там этот возраст? Есть ли у этого возраста форма? Что вообще собой он представляет? So, but it does have an age. So we can impute onto it, we can label onto it, we can... And it's hard to find another word for this. But and it's not just made up by somebody. Does have an age. И этот возраст, лучше сказать, как бы лучше сказать, он приписан, он обозначен на основе этого потока ума. Очень трудно подобрать, как это правильно лучше описать. И тем не менее, этот возраст есть, и он не создан кем-то, он действительно есть. So that's something obviously we have to think about, to we understand that. What it means to have something imputed on a continuum. But I think age is probably one of the easiest examples to work with.
И не так просто понять, что означает вот это вот приписывание, это обозначение или этот ярлык, который мы наклеиваем на этот поток нашего ума. И вот этот пример с возрастом, возможно, он самый простой. So, these networks of positive force and deep awareness are like that, that type of phenomenon, something imputed on a continuum. И эти системы глубокого осознавания и положительной силы, они имеют точно такую же природу, они, мы приписываем их потоку нашего ума. So, we have these networks that we're building up, and the one of positive force we've had with no beginning, because it's what produces ordinary happiness. We've always had some type of happiness. И из этих двух систем, системы положительной силы, присутствует у нас с изначальных времен, поскольку мы чувствуем обычное счастье, то или иное, но мы его чувствуем. Now, when we talk about these networks, когда мы говорим об этих системах, these two networks, positive force and deep awareness, о двух системах, то есть положительной силы и глубокого осознавания, they can get stronger and stronger and stronger. Here we're talking specifically about the ones that, because of the intention and the dedication, are acting, building up toward enlightenment. Они становятся все сильнее и сильнее, и сейчас мы имеем в виду именно те системы, которые, благодаря первоначальному намерению и посвящению положительной силы в конце, приводят, ведут нас к просветлению. So, what does that mean? И что это означает? A seed will grow and develop and eventually become a sprout, a plant. Семя постепенно развивается, растет и в конечном счете становится ростком и растением. So there is an aspect, and we don't here mean a physical aspect, but some aspect of this seed which it can, what should we say, upon which we can impute that sprout, which has not yet happened. И у этого ростка есть определенный аспект, причем он не материальный, не физический, на основе которого мы можем приписать этот росток. There can be a sprout that will come, that will result from the seed, when the seed develops to a certain point. Мы можем сказать, что есть росток, есть растение, которое появится, когда это семя разовьется до этой степени. So, unless you know, burn the seed or something like that, there is a sprout. Doesn't exist now. It's not happening now. It's more precise. That sprout, which can happen, is not happening now. И если это семя не будет уничтожено или не произойдет что-нибудь с ним еще другое, оно станет ростком, и сейчас этого ростка еще не существует, но этот росток может появиться в будущем. But we can think of, and one could say, that there is a sprout that not yet happened that can happen on the basis of this seed, when the seed develops far enough. И на основании этого семени, глядя на это семя, мы можем сказать, что из него появится росток, просто пока еще он не появился, но если мы... So, that sprout, which has not yet happened, is imputed on the aspect of the seed that will give rise to it. Итак, этот росток, который пока еще не существует, он приписан на основании аспекта, определенного аспекта, который есть у семени. So, we have these networks, positive force and deep awareness. У нас есть эти две системы, положительной силы и глубокого осознавания. They're like seeds. И они подобны семенам. And they grow and grow and grow and grow. And the inspiration from the spiritual teacher is like the sunshine that helps it to grow. Они все больше и больше растут, а вдохновение, которое мы получаем от духовных учителей, подобно лучам солнца. And the more we work with our good qualities, and the more we work with our discriminating awareness,
and our ability to act and to, you know, meditate, to help others, etc., these networks get stronger and stronger and stronger, build up more and more. They reinforce each other. И по мере того, как мы действуем созидательно, и по мере того, как мы развиваем, по мере того, как мы развиваем положительные качества нашего ума, с одной стороны, и с другой стороны, по мере того, как мы развиваем распознающее осознавание, эти сети, системы, они растут, то есть мы совершаем какие-то действия, мы медитируем, мы совершенствуем наше понимание, и эти сети становятся все сильнее и сильнее, причем они друг друга еще усиливают. And just as the seed will eventually give rise to the sprout. Точно так же, как и из семени в конечном счете появится росток. And when it gives rise to the sprout, the seed will no longer exist. И когда появится росток, семя уже перестанет существовать. And the whole physical form will change into that of a sprout rather than a seed. Вся физическая форма этого явления изменится, это будет уже росток, а не семя. So similarly, точно так же, these networks can give rise to our enlightened stage. Из этих двух систем или сетей может появиться просветление. And that is not yet happening, though. Just like the sprout is not yet happening at the time of the seed. Но пока оно еще не произошло, точно так же, как и тот росток еще не появился, когда у нас есть только семя. But it can happen if more and more positive force, more and more deep awareness, more and more inspiration from the guru is fed into the system. Но оно может произойти, это просветление, если больше положительной силы и больше глубокого осознавания и больше просветляющего вдохновения от учителей войдут в эту систему. And when that enlightenment will actually be happening, и когда это просветление действительно начнет происходить, when we've attained that enlightenment, we would say, можно сказать, когда мы достигнем этого просветления, then just as the physical basis of the sprout has changed completely from the physical basis of the seed, точно так же, как и физическая основа, а именно семя, очень сильно отличается от физической основы цветка, similarly, our bodies точно will change completely into a, they will give rise to a body of light, in a sense. Точно так же и наше тело коренным образом изменится, из него появится тело света. And connected with that mental continuum will no longer be this type of body that we have, which is subject to sickness and limitations and so on. И наш поток ума более не будет связан с вот этим видом тела, которое у нас есть сейчас, которое стареет, болеет и так далее. So, but we have to understand that it's not some sort of, what should we say? It's not so easy to understand what we mean here by the result arising from the cause. It's not sort of a gradual transformation. It's complex. I don't think there's really time to go into it, but it is something that we need to quite understand. It's like a full change. Instant? Not, well, in a sense. И важно понимать, что это изменение, когда у нас сначала есть причина, а потом из нее появляется результат, в данном случае это не происходит постепенно, это не будет какая-то трансформация, например, нашего тела в какое-то особенное тело. То есть это изменение, оно произойдет особым образом, и это понятие действительно довольно важно, но у нас, к сожалению, нету возможности сейчас углубиться в это. In other words, what I'm saying here is that it's not that there is a
enlightened beings sitting inside these networks, like a sprout sitting inside of the seed, just waiting to pop out. It's not like that. So we have to understand the whole process of how Buddhahood actually arises. So it's a little bit complex. Другими словами, и это немного сложно, нам не следует думать, что у наших этих систем есть внутри Будда, который в какой-то момент появится на свет, или, например, что когда семя вырастает в росток, этот росток сидит где-то внутри этого семени, и потом в какой-то момент он вылупляется. So, I point this out because when you read texts concerning Buddha nature, like this one text called Uttara Tantra, which is the everlasting continuum, furthest everlasting continuum by Sangha. И я отмечаю этот момент особенно, потому что есть текст Uttara Tantra, наивысший бесконечный поток, который написала Sangha. You might hear it referred to by its Tibetan name, Gyu Lama. Возможно, вы слышали этот текст под названием Гью Лама. Very important text, and it's taught very, very frequently. Это очень важный текст, и ему очень часто учат. We hear analogies of these Buddha nature features of being like a treasure in a vase or a treasure buried under the earth and so on. И там есть различные аналогии с природой Будды, которая уподобляется сокровищу, которое хранится в вазе, или сокровищу, которое зарыто под землей. We have to be careful not to misunderstand this by thinking that, you know, there's actually, you know, a Buddha sitting inside me, although it might sound like that literally. Нам важно правильно понимать, что там не имеется в виду, что внутри нас где-то сидит Будда, то есть не понимать это буквально. It's not that. We have the potentials. And you could say that there are two ways of describing this. Так есть два вида описания этого. One is that we have all these potentials. These Buddha nature factors are potentials that we have. Первое – это то, что все эти потенциалы, то есть все эти факторы природы Будды у нас есть. And so the emphasis is on working on these potentials to get them greater and greater. И наша цель работать с этими факторами для того, чтобы взращивать их все больше и больше. На этом делается упор. Of course, you have to purify away the limitations at the same time, but that's not the emphasis. Да, там также говорится, что нужно и устранять препятствия в то же самое время, но на этом не делается упора. On the other hand, you can talk about this enlightened state which has not yet happened, which can be imputed on the potentials. Другой способ объяснения, мы можем говорить об этом просветлении, которое пока еще не случилось, но которое мы можем обозначить на основе этих потенциалов. So that's a full enlightenment that can be imputed there, but the important point, which is sometimes not always clear in the text, is that it's not yet happening. То есть это полное просветление, которое мы можем обозначить на основе этих факторов, но что очень важно здесь разъяснить, и об этом не всегда говорится, что все-таки оно пока еще не произошло. So in this presentation, this style of presentation, the main emphasis is on purifying away the limitations so that the not yet happening enlightenment will, what should we say, no longer be the case, and there will be a presently happening enlightenment. И в этом объяснении упор делается на очищении препятствий и ограничений, и когда мы их все очистим, то тогда это пока еще не случившееся просветление станет реально случившимся. So, of course, you have to build up the good qualities as well, but the emphasis is more on the purification. This is in one presentation, or the other presentation is the emphasis is on building up the qualities. И во втором объяснении также говорится, что нужно развивать и положительные качества, но упор делается на очищении. То есть эти два вида объяснения отличаются тем, на чем ставится акцент, или на развитии этих положительных качеств, или на очищении. So the two ways of working with these Buddha nature factors are, on one hand, building up, on the other hand,
purifying. But don't be misled into thinking that that not yet happening enlightenment is like the treasure inside the vase. It's actually happening now. Don't fool yourself into thinking, oh, I'm enlightened, I just have to realize it. И таким образом, когда мы работаем над достижением этой цели, мы, с одной стороны, ощущаем омрачение, с другой стороны, мы развиваем эти положительные качества, и мы можем делать акцент на том или на другом. И самое важное здесь понимать, что хотя у нас проводится аналогия с этой, с этим сосудом, с драгоценностью, который внутри нас, не имеется в виду, что мы уже достигли этого результата просветления. Мы пока его еще не достигли. И дело не в том, что мы его достигли, просто пока об этом еще не знаем. Now, why am I mentioning all of this? Далее, почему я обо всем этом говорю? I'm mentioning this because when we understand Buddha nature, these Buddha nature factors, and we understand them in terms of these networks and qualities and features that we all have, that mental activity has. Когда мы понимаем, что у нас есть эти факторы, эти факторы природы Будды, эти качества, которые присутствуют в нашем потоке ума. And we understand that on the basis of these networks, there's, which are imputed on the mental continuum. И когда понимаем, что на основе этого потока ума мы можем обозначить две системы. There is an aspect of this potential that will ripen, is the technical term, that will ripen into not yet into an enlightenment, but that, you know, what we can impute on it now is a not yet happening enlightenment. Что на основании этого в будущем может созреть, это технический термин созревания, может созреть наше просветление, и поэтому мы сейчас уже на основании этих двух сетей можем, мы сейчас можем обозначить эти две сети как просветление, но пока еще не случившееся просветление. And it's my individual enlightenment, it's not your enlightenment, my enlightenment. И это Будда Шакьямуни's enlightenment. И это наше личное просветление, не ваше просветление, и это мое личное просветление, это не ваше просветление и не просветление Будды Шакьямуни. Because it's part of my mental continuum, and I can also label me on that continuum. Поскольку это часть моего потока ума, и я на этот поток ума точно так же могу приписать обозначение «я» или ярлык «я». So, when we understand all of this, когда мы все это понимаем, and are convinced that this is in fact true, this is fact. И когда мы приходим к убеждению в том, что это действительно так, then we have the perfect basis for bodhicitta. Вот тогда у нас появляется совершенная основа для развития бодхичитты. Because what is bodhicitta focused on? Потому что бодхичитта сосредоточена. It's our own individual enlightenment, which is not yet happening. Именно на нашем собственном индивидуальном просветлении, которое пока еще не произошло, but which can happen on the basis of these Buddha nature factors, specifically these networks, these two networks, positive force and deep awareness. Но которое может произойти благодаря наличию у нас этих факторов природы Будды, в частности этих двух систем. And moved by love and compassion, which are good basic qualities that the mental continuum has. И движимые любовью и состраданием, которые относятся к тем достоинствам, к тем положительным качествам, которые есть в потоке нашего ума. And then using another part of the mechanism that we have, which is intention. И используя другую часть этого механизма, которым мы обладаем, а именно намерение. Then the intention is to achieve that not yet happening enlightenment, was to bring about a presently happening enlightenment. Мы можем зародить намерение достичь этого пока еще не случившегося просветления, другими словами, сделать его уже случившимся. And my intention is to help others as much as possible now, because that builds up more and more positive force, because of love and compassion. И у нас появляется намерение
приносить как можно больше другим уже сейчас, потому что это усиливает нашу положительную силу, поскольку мы действуем исходя из любви и сострадания. So that my intention is when I achieve that presently happening enlightenment, I will benefit others and help others as fully as possible, because at that point I won't have any limitations. И по достижении просветления наше намерение в том, чтобы помогать другим наилучшим способом, потому что в тот момент у нас уже не будет никаких ограничений. In other words, the mental activity won't have any limitations, because it is basically pure to start with. Not to start with, but fundamentally. Другими словами, наша умственная деятельность не будет иметь никаких ограничений, потому что она способна стать без ограничений, это ее фундаментальная природа. It's not that originally it was pure and then there was a fall, like Adam and Eve leaving paradise. It's not like that. Дело не в том, что она изначально была чиста, а в какой-то момент она была низвергнута, стала ошибочной, подобно низвержению из рая. So, we can develop this bodhicitta. And that becomes another Buddha nature factor. But it's something which can be attained for the first time. It's not that we had it with no beginning. И тогда мы можем зародить бодхичитту, причем это также фактор природы Будды, но он относится к факторам, которые появляются у нас в какой-то определенный момент. Она не присутствует в потоке нашего ума с безначальных времен. So, understanding Buddha nature and understanding all these factors and all the aspects of the mind, these mental factors and all these things, this is an enormous topic. И понимание природы ума и всех этих умственных факторов природы Будды, всего, что с этим связано, это на самом деле очень и очень обширная тема. And what we'll discuss, although I've taken up more than half of the morning with this more general explanation, but what we'll discuss later this morning and probably this afternoon as well, these different ways of knowing things. И что мы сегодня будем изучать во второй половине утреннего занятия и, вероятно, также во время дневной сессии, хотя я уже значительную часть отвел для более общего объяснения. These are topics that in the monasteries the monks and nuns study for many, many years. Это темы... Very full topics. Это темы, которые в монастырях монахи и монахини изучают много-много лет. Это очень-очень обширная тема. So here, of course, we are condensing these topics into just a few hours, which is not very easy to deliver and not very easy to receive. Здесь я пытаюсь объяснить эти темы за очень короткий промежуток времени, всего за несколько часов, что сделать довольно трудно и также довольно трудно это воспринять. So, it is unreasonable to expect that we can cover all the material, or that you can digest all this material. И поэтому было бы безосновательно ожидать, что я смогу весь материал охватить или что вы сможете его полностью усвоить. But as an introduction, you get an idea of what's involved here in the process of working toward enlightenment. That's what Buddhism is about, and overcoming suffering. Это может быть введением к основной буддийской теме, как достичь просветления и как освободиться от страданий. And even if we can't retain the details, we know, or hopefully at the end of this, we know that, well, yes, it's possible, and if I really studied a lot, I would understand it more deeply with all the details, because in fact there are a lot of details. It's not just something very superficial. Мы можем понять, что достичь просветления возможно, и хотя пока еще мы не изучили все детали, тем не менее изучить их можно, и это действительно важно сделать, поскольку важно не оставлять свое понимание на поверхностном уровне. Okay. Now, we also discussed yesterday. Также мы вчера обсудили the difference between conceptual and non-conceptual cognition. Различие между концептуальным и неконцептуальным познанием. This is important to understand. Понимать эту тему очень важно.
because as part of the process of building up specifically this network of deep awareness of the Four Noble Truths, of voidness, etc. Потому что частью этого процесса развития системы глубокого осознавания, которая связана с пониманием четырех благородных истин, пустотности и других тем, the process is one of first having a conceptual cognition and then eventually a non-conceptual cognition. So we have to work through conceptual because, as we saw, that's the way that our mental activity works. Сначала у нас концептуальное познание, потом мы переходим к неконцептуальному познанию, но сейчас нам нужно работать именно с концептуальным познанием, потому что, как мы видели, наш ум сейчас работает именно так. So, even though we are aiming for in Buddhahood the state in which we have just non-conceptual cognition with, as I mentioned briefly yesterday, the subtlest level of mental activity. И хотя мы стремимся к состоянию Будды, в котором познание не концептуально, и, как я вчера вкратце упомянул, это связано с наитончайшим уровнем нашей умственной деятельности. We're not there yet. Пока мы к этому состоянию еще не пришли. And in our present situation, our mental activity works with these a little bit hesitant to use the word concepts, but anyway, it works conceptually. Сейчас в том положении, в котором мы оказались, наше сознание работает концептуально. Я немного здесь колебался перед тем, как сказать концептуально. But concept, at least in English, doesn't quite have the meaning that we're talking about here. That's why I tried to explain it a little bit more yesterday. Поскольку во всяком случае в английском слово концепция не совсем подходит под то, что мы здесь имеем в виду, и поэтому вчера я постарался объяснить это более подробно. Concept sounds like an idea that you just sort of made up. That might not be accurate. Слово концепция звучит так, как будто мы говорим о какой-то идее, которую мы сами придумали, но здесь мы говорим о другом. Yeah, we're not talking about that. Мы не говорим здесь об этом. What we're talking about is categories. Мы имеем в виду категории. And we think we understand things through categories. And categories can be categories of audio categories, I call them. И мы, когда воспринимаем явления, мы воспринимаем их с помощью категорий. Лучше вместо концепции говорить категория. И в том числе это могут быть так называемые аудиокатегории, я их так называю. So, audio category, so that no matter who pronounces a word in whatever accent and whatever volume, we understand it in the category of a particular word with a particular meaning. Что имеется в виду под... Otherwise, it's impossible. Что имеется в виду под аудиокатегорией, когда какой-то человек произносит слово, как бы громко или тихо, с какой бы интонацией он его не произносил, мы воспринимаем, что значит это слово. В обратном случае было бы невозможно. Whether a man's voice, a woman's voice, a child's voice, a computer-generated voice, we understand it through a category. Какой бы голос мы ни слышали, мужской, женский, голос ребенка или, audio category. Или голос, который был создан компьютером, мы в любом случае относим его к определенной аудиокатегории. And the same thing with a meaning category. То же самое и с категориями значения. Meaning category, the word is also object category. It has two meanings to it. Same word. The word that I'm translating here can be translated in two different ways according to the context. It's both a meaning category and an object category. Слово, которое я здесь перевожу как категория смысла, также может быть переведено и как категория объекта, потому что на самом деле это слово подразумевает и то, и другое. We see various animals, and we understand them in terms of the category dog.
well, we're not just thinking here now of an audio category. We're thinking in terms of the meaning of the word dog and the object dog. It's a dog. Мы видим различных животных, и мы обозначаем их категории собака. И мы здесь говорим не только об аудиокатегории, не только о слове собака, но мы имеем в виду еще и смысл того, что такое собака, и определенно мы считаем этих животных собаками. То есть и сама собака. Because meanings of words have meanings and they refer to things, usually. Потому что у слов есть значение, которое относится обычно к тому или иному явлению. At least many words do. И, At least many words do. The word in doesn't refer to a thing. Во всяком случае, большинство слов относится к каким-то явлениям. Например, слово «в» к явлению не относится. Anyway, let's not get into language theory here. That also is a very complex topic. Давайте не будем уходить здесь в теорию языка, это также очень сложная тема. So, point is that we hear about voidness, absence of existing and impossible ways of existing. The absence of impossible ways of existing. They don't refer to anything real. Итак, основной смысл здесь в том, что когда мы слышим о пустотности, имеется в виду отсутствие невозможных способов существования, то есть эти невозможные способы не относятся ни к чему реальному. Right. So we can have an audio category, the word voidness, you know, no matter who says it, we understand that they're talking about voidness. У нас есть аудиокатегория слова пустотность, и неважно, кто будет говорить это слово, мы поймем, что речь сейчас идет о пустотности. And of course we could have no idea of what it means. У нас может быть ни малейшего представления о том, что имеется в виду. So either we associate zero meaning categories with it, or we could associate with it an incorrect meaning category. И мы можем ассоциировать с этим словом полное отсутствие какого-либо смысла, или мы можем ассоциировать с этим словом неправильное понимание смысла. So when we hear the word, we could associate with it a wrong meaning category. Or slowly we can replace that wrong meaning category with a correct meaning category. Когда мы слышим слово, мы можем сначала связывать его с неправильной смысловой категорией, но постепенно мы можем получить правильное понимание смысловой категории, а потом постепенно улучшать его, делать более точно. So, what I'm leading to are the different ways of knowing things. И к чему я это веду? К тому, что есть различные уровни познания явлений. Eventually we get, you know, through thinking about it and working with inference and logic and so on, and through our experience, we can have a correct mental category, accurate, of the meaning, and not mental category, I mean a meaning category of voidness. Когда мы говорим о нашем Eventually, through a great deal of, again, building up more and more deep awareness, network of deep awareness. We've been thinking about it, working on it, and positive force. Remember, the deep awareness isn't going to work by itself. You need positive force as well. So, as a result of this, we can replace our inaccurate meaning category with a more accurate one, and eventually we'll get 100% accurate meaning category. Работая над развитием системы глубокого осознавания и, то есть, над развитием нашего понимания, и точно так же и мы работаем над развитием системы положительной силы, которая способствует этому, мы можем приобретать все более и более правильное понимание этой смысловой категории пустотности так, что в конечном счете мы обретем совершенно на 100% правильное ее понимание. So, now we're meditating on voidness conceptually. И в этом случае речь идет о концептуальной медитации на пустотность. Accurately. Но о правильном. But it's through the filter of the category voidness. We're not just talking about the audio category, we're talking about the meaning category. And the object category, voidness as a thing. И мы воспринимаем ее
эту пустотность с помощью фильтра, с помощью категорий. Мы имеем в виду не только аудиокатегорию, но мы имеем в виду и смысловую категорию, и объектную категорию, то есть саму эту вещь. And of course, I mean, as we saw, when you meditate or think through a category like dog, there's some mental representation of a dog. Likewise, there's a mental representation of a total absence, which would be just a blank, empty space. И точно так же у нас есть определенное представление. Например, если мы думаем о собаке, о категории собаки, у нас есть представление об этой собаке, какая-то картинка. Точно так же, когда мы говорим о пустотности, мы ее определенным образом представляем. Например, поскольку это отсутствие невозможных способов существования, это может быть просто ничто, просто пустое пространство. So, let's not get sidetracked here into worrying about the mental representation. Здесь может быть побочный эффект, мы можем слишком много волноваться, начать об этом представлении. Right? The main point here is not that we have to get rid of a mental representation. The main point is the category. That's what we are. That's what's causing the obscuration, the deception. Но мы не пытаемся избавиться от этого умственного представления. Мы пытаемся избавиться от категории, потому что она вызывает вот этот вот обман, обманчивую видимость. Okay. So what's happening? I'm meditating over and over again on voidness, this absence. Итак, что происходит? Я снова и снова медитирую на пустотность, на это отсутствие. Meditation means I work myself up to an understanding, so I generate the understanding, and then I just focus on it and try to discern it, and then let it settle. То есть я приобретаю определенное понимание, а потом я на нем сосредотачиваюсь, я его различаю, я его улавливаю, а потом я даю своему уму на этом успокоиться, как бы осесть. Eventually I don't have to work through a line of reasoning to be able to just instantly generate that understanding. That takes an awful lot of time before we can get that to that stage. И сначала мы опираемся на цепочки размышлений, рассуждений, потом в конце концов мы приходим к тому, что нам уже они не нужны, мы можем создать это состояние ума моментально, но это уже ближе к концу пути. So, every time that I focus on voidness, каждый раз, когда я сосредотачиваюсь на пустотности, slightly different. Это происходит немного по-разному. In terms of my experience. То есть я переживаю разное. Right? You know, even if we say, well, you know, it's the same thing. Мы можем сказать, voidness is voidness. Что это вообще-то одно и то же. Пустотность, она есть пустотность. But there's the voidness of my body, and my body is changing all the time. Но, тем не менее, когда мы говорим, например, о пустотности нашего тела, тело как в каждый момент времени изменяется. That's why in more advanced practice we meditate on the voidness of one of these meditational figures, you know, these yidams, because they don't change and grow old like the body, like our physical body does. So you have a more stable object, more stable basis for voidness. И поэтому на более поздних стадиях мы медитируем не на постоянно изменяющемся теле, которое стареет, а на неизменном теле, на идаме, так называемом, на медитативном образе, для того, чтобы наша медитация на пустотность была более устойчивой. Mm. So, well, the voidness stays the same. The basis of the voidness is more stable with these Buddha figures, these yidams. И пустотность-то в данном случае будет действительно той же самой, но основа для пустотности разная, потому что она более устойчива, когда мы медитируем на этот медитативный образ Будды и Дама. Nevertheless, every experience or session that we have focusing on voidness is going to be slightly different. Plus the mind is going to be slightly different. It's another moment. Тем не менее, в каждый момент времени, когда мы сосредотачиваемся на пустотности, наше понимание будет немного разным, потому что наш ум постоянно меняется, и он меняется от момента к моменту. Right.
think there's going to be, remember, we have this mechanism, so it'll be a little bit more attention, a little bit less attention, a little bit more abiding, a little bit less abiding. It's going to be slightly different. The mental activity, remember, is this composite, this network of so many different factors. И давайте вспомним о том, что наша умственная деятельность состоит из множества факторов, и поэтому в каждый момент времени у нас будет то чуть больше внимания, то чуть меньше внимания. Наше пребывание ума на объекте будет то сильнее, то слабее, поскольку умственная деятельность состоит из множества различных факторов. Now, through the filter of the category, the meaning category, voidness. Each experience is experienced through the mental activity is working through the filter of the meaning category, which is voidness. И в каждый момент времени наша умственная деятельность, и в каждый момент времени наша умственная деятельность работает с помощью этого фильтра, с помощью этой категории, категории пустотности. So we don't have to say the word, the mental word voidness each time that we're meditating on voidness. Когда мы медитируем на пустотности, нам не обязательно каждый раз произносить про себя слово пустотность. But and from our Western point of view, we're not even so necessarily conscious of category, the meaning category. И с нашей западной точки зрения мы даже не обязательно будем осознавать, не обязательно будем сознательны к этой пустотности, к смысловой категории. However, we understand that I'm meditating on voidness each time. I'm meditating on voidness. That's a category. That's a meaning category. Like each time I see, every time I see these different animals, I'm seeing a dog. So every meditation experience focusing on voidness, I'm focusing on voidness. Но тем не менее каждый раз, когда мы будем сосредотачиваться на пустотности, медитировать на пустотность, мы будем иметь дело с этой категорией пустотность. То есть точно так же, как каждый раз, когда мы встречаем собаку, мы встречаем собаку. Here's the deception, here's the confusion. И как раз именно здесь-то и кроется заблуждение, обман. Because we are confusing the category, the static category, voidness, with each slightly different experience. Мы путаем эту категорию, неизменную категорию пустотность, с каждый раз немного разным переживанием или опытом. So this is the limitation of the conceptual cognition. It's accurate, but there's something slightly deceptive there. Вот таково и есть ограничение этого концептуального познания. Оно верно, но есть какие-то такие вот небольшие несоответствия, есть такой небольшой обман здесь. Yeah, I'm meditating on voidness, as if, you know, this category of voidness is, well, it's a category, so it's always the same. I mean, it's static. Я медитирую на пустотности, и эта пустотность, она все время одна и та же, она неизменна. I mean, of course, it's complicated because voidness itself is static. It's just a fact about something. Каждый раз, когда я медитирую на пустотность, я воспринимаю категорию пустотность, которая неизменна. И здесь сложность как раз в том, что сама пустотность как явление также неизменна. But this analysis works as well in terms of meditating on impermanence or meditating on anything. И мы можем точно то же самое сказать и о медитации на непостоянство или о любой другой медитации. So eventually, and of course, we understand that, you know, today I'm going to meditate on voidness, and every day I'm going to meditate on voidness. It's a category. И, конечно, мы понимаем, что сегодня я медитирую на пустотности, и я каждый день медитирую на пустотности. У нас есть эта категория пустотности. So, non-conceptual cognition of voidness. What's that like? Ну, а неконцептуальное познание пустотности, на что оно похоже? One just is meditating, focusing on a particular, what should we say, on the voidness of some particular basis, whether it's the meditational deity, whether it's me, whether it's the mandala, whether it's an apple in front of me, it doesn't matter. Мы медитируем на пустотность какого-либо определенного объекта, это может быть и дам, это может быть наше я,
Это может быть яблоко, это может быть мандала, по большому счету это не важно. And of course we understand voidness. I mean, we there's the deep awareness. We are what should we say? There's understanding there. Don't think that there's no understanding. Конечно, при этом мы понимаем пустотность. Важно осознавать, что понимание пустотности присутствует. But it is without a category. So what does that mean? Но категории при этом нет. Что это означает? Now we're not talking on such a gross level of thinking, you know, well, self-consciously, now I'm meditating on voidness. You know, that's a very, what should we say, superficial level of what we're talking about. Дело не просто в том, что мы не размышляем. Сейчас я медитирую на пустотности. Это грубый уровень, о котором мы здесь не говорим. Right? It's just that one doesn't have to label, one doesn't have to, what should we say, understand this in terms of a general category, you know, the voidness. И мы говорим о том, что эту пустотность можно понимать как общую категорию пустотности. One just perceives voidness and understands it. Perceives it and doesn't understand it in terms of, well, category voidness. One just perceives it and knows it. Но можно знать пустотность и без категории, то есть мы воспринимаем пустотность, и мы понимаем ее, мы знаем эту пустотность, но категории нет. That can only come from tremendous familiarity with the category voidness. Но это происходит только после невероятной высокой степени знакомства с категорией пустотности. Now, meditating further and further, conceptually, you would think that that would just reinforce the habit of meditating conceptually. Мы можем думать, что если мы снова и снова медитируем концептуально, то это будет только усиливать нашу склонность медитировать концептуально. That's why it says that you have to have as a simultaneously acting condition is positive force, is network of positive force. И вот почему говорится о том, что нам также важно и одновременно действующие условия, а именно система положительной силы. Because it's the effect of this network of positive force, which is also imputable on the mental activity that's meditating on voidness. From the force of that, we can, if you build up enough force, you know, the first zillion eons of positive force in the sutra explanation, then that focus on voidness will, in a sense, cease being conceptual, and you'll have non-conceptual. Благодаря тому, что эта система положительной силы также присутствует в нашем уме, она точно так же может быть обозначена на основе нашего ума, который занят медитацией на пустотность. Эта положительная сила, она в какой-то момент времени приводит к тому, что если ее накоплено достаточно много, в какой-то момент это приводит к тому, что наша медитация на пустотность становится неконцептуальной. С точки зрения сутры это происходит после одной неисчислимо долгой эпохи. In our meditation, in our life, we see objects, we see, in English the word see here means understand, we see, we understand voidness of it, without it being, what should we say, through the filter of, well, yes, that's voidness, and yes, that's appearance. И тогда у нас появится понимание этой пустотности уже без какого-либо фильтра, без фильтра, да, вот эта пустотность и вот эта вот видимость. So we just know it by itself. We know that it could be in a category. That's besides the point. Мы будем знать ее просто такой, какая она есть, и при этом мы будем также знать, что она может быть еще и в категории, но это уже другое дело. We know that it is established. Voidness is established by mental labeling. There's nothing on the side of voidness that makes it voidness.
Мы знаем, что пустотность точно... That establishes it for us, more or less. Мы знаем, что пустотность точно так же существует, ее существование точно так же доказано со стороны умственного обозначения. То есть в самой пустотности нет ничего, чтобы делало ее пустотностью. But at that time of non-conceptual cognition, we do not have to impute onto it a name or even a meaning. Но в этот момент неконцептуального познания нам не нужно обозначать эту пустотность ни названием, ни смыслом. So we just perceive it, we cognize it without any filter. Straightforwardly is the term. Мы будем просто воспринимать, познавать ее без какого-то бы то ни было фильтра, и технический термин здесь непосредственно, воспринимать непосредственно. Okay. So, the seven ways of... Why don't we take a few moments to digest that? Давайте потратим несколько минут на то, чтобы это все усвоить. Let me give an example, since this probably is not so easy to digest. И так как усвоить это, вероятно, не слишком просто, позвольте привести пример. Category. Dog. У нас есть категория собака. We see a dog. Мы видим собаку. Okay, now we could see this animal through the filter of a category dog. Мы можем видеть это животное с помощью категории собака. I understand it, the meaning of the word dog. And it's the meaning of the word dog and an object dog. Итак, у нас есть также смысл категории собака и объект собака. So it's a dog, and I could have all sorts of associations of dog, dogs bite, dogs. I mean, all sorts of associations. Итак, это собака, и у нас могут возникать всевозможные ассоциации с этой собакой, что собаки кусаются и так далее, всевозможные ассоциации. Okay, so I'm thinking, I'm mixing this dog, this individual beast in front of me, animal, with, the whole category, dog. И я обозначаю этого определенного зверя, эту собаку, которая сидит напротив меня, этой категории, собака. I don't understand it in terms of this category. So I'm mixing the characteristics of this whole category with this particular individual. И когда я это делаю, у меня происходит смешение характеристики всей этой группы со всех собак смешиваются с характеристиками вот этой определенной собаки. Now, of course, this animal fits into the category of dog, so it has the characteristics of a dog, as is defined by some convention that people decided upon. Да, конечно, эта собака действительно относится к этой категории собак. У нее есть характеристики, благодаря которым она относится к этой категории, которые, в свою очередь, были в какой-то момент установлены. Люди договорились каким-то образом по поводу этих характеристик, условились. But we're mixing, being aware of both this individual and the whole category. Но мы смешиваем вот эту конкретную собаку и всю категорию. All the different things that go with dog, and then this poor individual thing sitting there wagging its tail. All the things that go with category dog. То есть мы. We're mixing together with this animal sitting in front of me wagging its tail. Мы приписываем этой определенной собаке, которая сидит перед нами и машет хвостом, характеристики всей этой группы, все, что с этой группой связано, мы приписываем ей. Now, if we no longer were, cognize this dog conceptually, if it was just non-conceptual, would it still be a dog? Если мы перестанем воспринимать эту собаку конц... если мы перестанем воспринимать эту собаку концептуально,
если наше понимание собаки будет не концептуально, останется ли она собакой? Yes, it's still a dog. Да, это по-прежнему будет собака. Whether we label it as dog or not, it could be labeled as a dog. Correctly. Будем ли мы лично обозначать эту собаку как собака или нет, тем не менее, ее можно правильно обозначить собакой. Because there's a convention that we've all decided upon that, you know, it fits in the category of dog. Потому что есть условность, договоренность, что вот это животное можно отнести к категории собаки, которая как когда-то была установлена. And when I saw it non-conceptually, when I know that it was a dog. И когда я смотрю на эту собаку неконцептуально, я знаю, что это собака. Yes. Да. I would know it's an individual dog, but I don't have to think of in terms of a whole category of dog. Я думаю о ней как об отдельно взятой собаке, но я не думаю при этом о ней как о всей группе собак. So this is maybe an approximation, at least of what I understand now. I'm sure that in a few years I'll understand it differently. But that's my understanding now of what it actually means to have a non-conceptual understanding of something. И таково, если брать в целом, мое понимание неконцептуального познания. Во всяком случае, то, которое у меня есть сейчас, потому что я уверен, через несколько лет у меня уже будет другое понимание этого вопроса, но во всяком случае, таково мое понимание сейчас. And it's described in meditation texts as being that perception at that time, when it's non-conceptual, is more vivid. И в текстах описано, что когда мы воспринимаем явление неконцептуально, наше восприятие более живо, более ярко. Когда мы воспринимаем неконцептуально и все-таки считаем существо собакой, мы считаем его собакой, наклеиваем ярлык собака для удобства коммуникации, или это все-таки часть неконцептуального восприятия? Когда мы, например, смотря на собаку, воспринимаем ее неконцептуально и знаем, что это собака, и мы наклеиваем на нее ярлык «собака», делаем ли мы это для того, чтобы просто было удобнее взаимодействовать с другими, или это часть неконцептуальной работы ума? Правильно? When we perceive a dog non-conceptually, and we understand that that's a dog, and we label it as a dog, do we label it as a dog? Do we conceptualize it? As a dog. Mental labeling is a conceptual process. Do we do it for... It's applying a category, either an audio category or a meaning or object category. Итак, если мы каким-то образом обозначаем эту собаку, этот объект, то это уже концептуальное познание. То есть, если мы обозначаем объект с помощью аудиокатегории, словом, или с помощью категории смысла, категории значения, что здесь имеется в виду. Если мы это делаем, то это познание концептуально. Так вот, делаем это мы для удобства коммуникации, или не совсем понятно все-таки, неконцептуальное познание предполагает... В неконцептуальном познании этого нет, в концептуальном познании это есть. Ваш вопрос про концептуальное или неконцептуальное познание? Там этого нет. The question is, with non-conceptual cognition, we perceive this dog, we understand that this is a dog, don't we? We can understand. We don't necessarily understand. Мы можем понимать, не обязательно мы понимаем. So we use it as a label. I mean, we still use that label, a dog. Но пользуемся ли мы при этом этим ярлыком собака? But does it mean that we label this dog with the label dog? When we, if we could understand it to be a dog non-conceptually, no, we wouldn't be labeling it.
Если мы при этом познаем собаку не концептуально, то нет, мы ее ярлыком, обозначением не обозначаем. Now, of course, what's very difficult, and I can't pretend to understand it or explain it. Да, конечно, очень трудно объяснить это и понять это. Is how a Buddha communicates and uses words. А именно то. And without that being conceptual. А именно то, как же все-таки Будда общается, как Будда использует слова, при этом оставаясь в неконцептуальном познании. And the only way that I can begin to understand that. И единственный способ, как я вот только начинаю понимать это. Is to look at the qualities of enlightening speech, Buddhist speech. Связан с качествами просветляющей речи Будды. When a Buddha speaks, everybody understands it in their own language. Когда Будда говорит, все понимают его на своем собственном языке. Regardless how far away they are or how close, they can all hear it with appropriate volume. И они слышат его на необходимой громкостью. Они слышат его достаточно громко, независимо от того, как далеко они находятся. So then the question is. What actual sound is the Buddha making? И вопрос здесь, какой же все-таки звук издает Будда? Think about that. Подумайте об этом. Think about that, not ask a question. Think about it. Не задавайте вопрос, подумайте об этом. On which side is the language, and on which side is the volume? Is it on the side of the listener, or on the side of Buddha speaking? Язык и громкость речи, они существуют у Будды, когда он говорит, или они существуют у того, кто их слушает? It's on the side of the listener. На стороне того, кто слушает. So the listener is hearing it through a category. И слушатель слышит это с помощью категории. Buddha is not speaking it through a category. Because Buddha is not just Buddha is not speaking it through a category, whatever that means. Но Будда при этом не говорит с помощью категории. Что это означает? That's very interesting. Очень интересно. Yes. Есть такое высказывание, что стакан воды существом божественном мире кажется нектаром, людям водой, голодным духом гноем, там, раскаленным металлом, адским существом. А это концептуальное, я так понимаю, скорее всего, мышление. А Будда, например, или вот тот, кто владеет неконцептуальным мышлением, как он видит этот стакан воды? Что такое вода с точки зрения неконцептуального мышления? Говорится, что стакан воды видит по-разному существа разных миров, например, существа в мирах богов видят его как нектар, существа в мире людей как обычную воду, существа в мире голодных духов как гной, существа в виде существа в мире адов как раскаленный металл. Как же Будда видит эту воду, каковой она предстает перед неконцептуальным познанием? It is said that the glass of water, different beings in different realms cognize differently to the beings in God's realm, it is like a nectar, and to the beings in human realm, it is like water. For beings in preta realm, it is like a pus, and for beings in hells, it is like metal, hot metal. And when Buddha perceives a glass of water, how he perceives it? When we're speaking about non-conceptual perception of this glass of water, what it actually is. Okay, before I answer that, there's just one thing that I want to add to my last answer,
is we always hear and read that Buddha's speech, Buddha's mind, Buddha's body, all these things beyond words, beyond concepts. So Buddha, when Buddha speaks, it's not with concepts and it's not saying a specific word in a specific language. So, you know, when you say beyond words, beyond speech, that doesn't mean just, you know, well, shut up and don't ask. It's something transcendent and you couldn't possibly understand it. It actually has a meaning. Перед тем, как я отвечу на этот вопрос, я хотел бы добавить еще к предыдущему вопросу. Когда мы читаем в текстах или слышим, что у Будды есть тело, речь и ум, которые не концептуальны и запредельны описанием, например, что речь Будды, она не концептуальна, и, соответственно, это не какие-то такие вот слова в нашем понимании, означает, это не означает, что речь идет о неком трансцендентальном переживании, и что ответом на все вопросы будет просто «замолчи» и как бы оставайся за пределами какого бы то ни было смысла, потому что на самом деле смысл-то здесь все-таки есть. Now, your question. Very important question. Теперь ваш вопрос, очень важный вопрос. So, let me, I'm sure that there are many different types of answers. I'll just give the explanation that you get in Tsongkhapa's text, Gelugpa version. Есть много разных видов объяснения, и я сейчас объясню это так, как объясняет этот Цонкапа, соответственно, с точки зрения Гилу. Okay. You can't even say that there is an object in front of us that is like a blank cassette, and each of these beings are labeling onto it water, pus, etc. Nectar. Нельзя сказать, что объект перед нами это какой-то такой абсолютно пустой объект, такая болванка, на которую разные существа проецируют свои восприятия гноя или нектара или воды и так далее. Right, with a solid sort of plastic coating around it, separating from everything. Что вокруг этой болванки есть какой-то, что она как-то изолирована от всего остального. Nevertheless, conventionally, there's an object. Но тем не менее на общепринятом, на обусловленном уровне этот объект существует. And it has defining characteristics. И у него есть определяющие характеристики. On its own side. У него у самого, с его стороны. So it has the defining characteristics of water, defining characteristics of, I mean, first. It has its defining characteristics of being a knowable object. Во-первых, у этого объекта есть not just part of an undifferentiated soup. Во-первых, у этого объекта есть определяющая характеристика того, что это объект, что он validly knowable object. Объект, который мы можем достоверно познать, это не часть большого неразличимого нераздельного супа. And it has defining characteristics of water and of pus and of nectar. И у него есть определяющие характеристики воды и гноя и нектара. It does not have the defining characteristics of a dog. У него нет определяющих характеристик собаки. Okay. Now, there's a big difference, and this is not always obvious. There's a big difference between having defining characteristics, so the defining characteristics exist. И есть очень большая разница, которая не всегда очевидна, между тем, что эти определяющие характеристики есть, что они существуют. And it's being established as water, or as nectar, or pus, or as a validly knowable phenomenon. Object. It's being established by the power of those defining characteristics on its own side. Но это не значит, что эти определяющие характеристики доказывают существование этого объекта как воды или как гноя или как достоверно познаваемого объекта с его собственной стороны. See, this is the confusion that comes in translation because exist
and established as, very often what should be translated as established as is translated as exist. That's confusing. Здесь вводит в заблуждение перевод, поскольку очень часто слово establish переводит как существует. Но на самом деле это разные вещи. Этот объект не просто, мы говорим не просто о его существовании, но и о том, что он установлен, что он доказан как тот или иной. What establishes it as water? Что доказывает, что это вода? Что устанавливает, что этот объект вода? Well, there's a convention that these if something has such and such defining characteristics, there's a convention that it's water, and we will decide what those defining characteristics are, you know, the minds that make this convention, and we'll make that, you know, consider that an object. Мы на основе договоренности, на основе условности считаем, что этот объект существует как вода, поскольку у него есть вот эти определяющие характеристики, то есть договоренность со стороны людей, то есть со стороны разных умов, которые таким образом решили считать этот объект водой. So it is established as water purely by the power of the mental label, this convention that people have decided, you know, we're going to call this water. And it actually functions like that for that group of people. Он считается, он установлен, этот объект, как вода, поскольку его таким, поскольку так его определили вот эти вот люди, эта группа людей. И для них он именно так работает, как вода. And another group of people, another group of beings are going to, you know, focus more on the defining characteristics of pus. Другая группа существ в большей степени сосредоточились на определяющих характеристиках гноя. On the side of the object. Со стороны объекта. But they have a convention. You know, what establishes it as pus is that they have this, you know, we're going to take these defining characteristics and we're going to, you know, they choose them. You know, it's a mental operation. And, you know, we're going to make out of that category pus, and an object pus. And in fact, it does function like that for them. Эта группа определила, что у этого объекта... It would function like that for them, even if they didn't mentally label them. Эта группа определила этот объект как гной, потому что обнаружила в нем какие-то определяющие характеристики, и теперь эта группа считает этот объект гноем. В какой-то момент они произвели вот эту умственную операцию выделения этих характеристик, и они теперь считают его гноем, он работает для них как гной, он для них является гноем, причем он является таковым для них, независимо от того, называют они его словом гной или нет. So, when we talk about not being able to find anything on the side of the object, когда мы говорим о том, что мы ничего не можем найти в самом объекте, на стороне этого объекта, that doesn't mean that we can't find the object, that you can never find your keys. Это не означает, что мы не можем найти этот объект, подобно тому, как мы не можем найти потерянные ключи. What is it talking about? From the deepest point of view, we can't find anything on the... we can't find a... What should we say? Existence established by the defining characteristics, by the power of the defining characteristics on the side of the object. That you can't find, because there is no such thing. That's its voidness. Если мы посмотрим с глубочайшей точки зрения, то мы не обнаружим в этом объекте доказанного существования, которое существует только на существование на основе только лишь его этих определяющих характеристик в нем самом. But not only can you not find existence established by defining characteristics on its own side, but even on the conventional, in terms of conventional truth. Но мы не только не сможем найти
этого существования, которое доказано на основе этих определяющих характеристик со стороны этого объекта, в этом объекте, но и с относительной точки зрения, с обусловленной точки зрения. You can't find object, the appearance of an object, you know, that is established by the power of the defining characteristics. Мы не сможем найти объект, то есть видимость объекта, которая существует на основе этих, существует доказанным вот этим вот образом на основе этих определяющих характеристик. Despite the fact that on its side it has defining characteristics. Несмотря на то, что на стороне этого объекта действительно есть определяющие характеристики. Those defining characteristics cannot by their own power establish either the deepest truth, the existence of the thing, or its conventional truth. How it appears, what it appears to be. This characteristic can't establish. They do not have the power to establish that. У этих характеристик нет возможности, они не могут, у них нет силы доказать, установить это существование не на уровне обусловленной, общепринятой, относительной истины, не на уровне глубочайшей или абсолютной истины. So, of course, on a less deep level, you could say, well, you know, if you look for it, you know, where are the defining characteristics? It's in the genes. Well, if you, you know, go closer in the, you know, deeper in the genes, I mean, if we're talking about an animal or the atoms, then, you know, well, the subparticles and the sub-subparticles, you can't find anything. That is a, a gross level of not being able to find something. Much deeper levels, like what I was just indicating. И мы можем говорить об этом с точки зрения, например, исследования мельчайших частиц, когда мы говорим об определяющих, определяющих характеристиках, например, животного. Мы можем подумать, что это, к примеру, его гены, и можем углубляться вглубь этого генотипа, или можем раскладывать это животное на мельчайшие частицы. Мы увидим, что эти мельчайшие частицы раскладываются на еще более мельчайшие частицы, и в конце концов мы приходим к тому, что мы ничего не обнаруживаем. И это довольно грубый уровень понимания, и есть и довольно и еще более тонкие уровни, о которых я сейчас как раз говорил. So, let's end here for the morning. Давайте закончим на этом утреннее занятие. And although we haven't really spoken about these seven ways of knowing, we'll deal with that this afternoon, but everything that I've explained is necessary for understanding these seven ways. Хотя мы не затронули нашу тему, а именно семь способов познания, а мы сделаем это во время дневной сессии. Дело в том, что все, что я объяснял, необходимо для понимания этих семи способов познания. And actually we have mostly covered the topic for the afternoon, which is how to work with the Buddha nature factors. И в свою очередь мы сейчас покрыли большую часть дневной темы, а именно как развивать эти наши факторы природы Будды. So, whatever positive force, whatever deep awareness has come from all of this, may it get stronger and stronger, go deeper and deeper, act as a cause to reach enlightenment for the benefit of all. And now I think maybe we can understand a little bit what that means. И теперь пусть та положительная сила и глубокое осознавание, которые появились в результате этого, пусть они становятся все сильнее и все глубже, и пусть они играют роль причины для достижения нами просветления ради всеобщего блага, и теперь, возможно, мы уже лучше понимаем, что здесь имеется в виду. Спасибо. Спасибо.